Завершен первый этап работ по реконструкции Ивановского автовокзала. Потрачено 35 миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали инженерные сети и построили новый перрон. Когда мы получили проектную документацию и изучили ее, были нюансы, которые мы исправляли. Это было связано с сетями наружными. Вот, мы пытались, в общем-то, минимизировать затраты по ним, поэтому немножко в процессе строительства меняли как бы и проектное решение. А так, в общем-то, мы строили полностью по проекту. Никаких у нас особых сложностей не было. Нас подводила только если погода. Новый перрон сильно отличается от прежнего. Он состоит из скрытого помещения и открытой части. А потому мокнуть и мерзнуть больше не придется. Под крышей есть где посидеть и даже можно перекусить. К тому же новый перрон оснащен современной пожарной сигнализацией. Здесь будет 12 площадок против 8 предыдущих. И мы планируем для себя открытие новых рейсов. В частности, вот в последнее время мы открыли рейсы на аэропорты города Москвы. Достаточно удобно людям, отъезжающим. Планируем открытие других рейсов. Следующий шаг реконструкции – благоустройство территории. Автовокзал огородят новым забором, положат асфальт. В перспективе в ноябре начнется реконструкция здания самого автовокзала. И к августу будущего года полностью будет завершен автовокзал, как въездные ворота в город. Ютиться на старом перроне пассажирам тоже осталось недолго. Новая площадка будет открыта 16 июня. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.